У местных жителей лангуры ассоциируются с индуистским божеством Хануманом, потому их и почитают. Пищи всегда вдоволь. И эта высококалорийная диета способствовала росту рождаемости. Самки лангуров, обитающие в городе, дают в два раза больше потомства, чем их лесные сородичи. Эта мать так сытно питается, что ее молока в избытке хватает на двойню, что редкость для дикой природы. Эти детеныши способны сформировать рать, гораздо многочисленнее тех, что обитают в лесах по соседству. Когда меньше времени тратится на поиск еды, больше остается для игр. Выгода от жизни в городе подчас огромна. Главное — найти свою нишу.